И сейчас одна информация в первую очередь для автомобилистов. В Твери на речном вокзале изменилась схема дорожного движения. Теперь при съезде с Тверецкого моста, двигаясь по улице Академика Туполева, уйти на Комсомольский проспект в сторону Нововолжского моста можно сразу с трех полос. Раньше этот маневр можно было совершить только с двух крайних левых полос. Движение прямо, согласно дорожным знакам, по-прежнему разрешено с двух полос, а поворот направо с одной крайней правой полосы.